Бисмилля. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Хочу обратиться ко всем мусульманам России и в особенности мусульманам Крыма. Дорогие мои единоверцы, прошу вас, тех, кого призвали в российскую армию, бегите из нее как можно быстрее и дальше. Те, кто попал сюда, в Украину, переходите на нашу сторону и присоединяйтесь к нам. Не надо сражаться на стороне российского тагута. Этот тварь и так очень много уничтожила наших братьев и сестер в свое время. Отобрала у нас землю, отобрала все наше имущество и пытается лишить нас чести. Поэтому мы должны сражаться с ними и убивать всеми дозволенными шариатом способами. Братья мои, дорогие, любимые, обращаюсь к вам и прошу вас, бегите оттуда, оставляйте ряды вооруженных сил России, переходите на нашу сторону. А кто еще не мог этого сделать, вообще уходите оттуда. Дай Бог вам здоровья. А этим муртадам, всем остальным, которые в рядах этих вооруженных сил, хочу передать. Земли на Украине много. 7 места хватит, всех похоронят. Только не забудьте семечки в карман насыпать, чтобы подсолнухи выросли.